Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня опять десяточка. Куча разных акций новых. Новые акции бездонные. Скажем так, для бездонатов. Появится у нас наконец-то стрелок. Акция за вход замковладельца. Ну и стрелок и скин на стрелка раздадут бесплатно. Так, окей. Поехали в купон спиннер. Еще здесь попробуем. Я, по-моему, здесь ролил или нет. Сейчас посмотрим. Я сегодня еще не ролил. Последний день. На английском сервере, как видите, купоны не особо раздают почему-то. На русском сервере падают практически всем. Такс. Что у нас интересного есть? Коллекционер героев есть. Попробуем сегодня недостающего кого-то получить. Так, и тут у нас, посмотрите, просто топчик. Вот чем мне нравится, давайте вот так вот сделаем. Вы можете получить, ну да, за самики 10 тысяч самого не дешево, но все равно восьмая эмблема, плюс можно скин собрать. Я считаю, приличные здесь акции, вот именно эти, которые каждый день есть. Ну и сам коллекционер, посмотрите, сейчас мы зайдем, паролем за ЗП-шки, нам надо дриаду и бочку вытащить. Если получится, вот бочка есть. Вот дриада есть. И посмотрите, вот мы раз, два, и сразу же забрали. Так, это мы получаем вот таких вот питомцев. Я их забрал, будем прокачивать, потому что пэтов надо качать. Сейчас увеличим места. Там еще куча плюшечек у нас. Вот так вот, второй заходик, ребятушки. Вот такие вот плюшки у нас идут. Эта музыка не логинится дальше. Такие плюшечки. Поехали. Пооткрываем сейчас это все. Ну вот посмотрите, два яйца, вторых. Это с последнего. Вот с них падает. Это за ЗП-шки можно получить маскировку. Вот мы ее получили. И 5 осколков, конечно же. Землеройки, плюс вам подарок 40 кгшек, то есть это можно за ЗП-шки наролить, и вообще отлично. Так, окей, что у нас интересного есть? Поехали, пооткрываем все расходники и будем по чуть-чуть качать талантики героям, которые мы повыставляли. Поговорим о талантиках. Сейчас кучу расходников вытащим еще. Нифигово так падает, посмотрите, СО, СО, пакт, пакт, СО, вообще супер, коробок, конечно, нападало тоже. Девятое. И тут тоже. В общем, для прокачки то, что надо. Смотрите, на девятке сколько оно падало. Так, ну карты нам, мы так их пооткрываем по бырику, потому что карты уже по сути нам только на повторке нужны. О, наконец-то Риббит нам упал. Так, окей, что у нас получается по героям. Некоторые герои у нас уже даже вкачаны. Так, надо скинуть 68, 88, ребят. 68, 88. Так, докачиваем Анубиса. На 10 960 осталось. И Вольта. Вот, кстати, самое интересное.
На русском сервере давным-давно уже, не знаю, вторую неделю не продают ни мешки Огника, а здесь Вольта что-то не продают, как-то странно. Давненько-давненько их уже не продавали. У меня нету Вольта еще до сих пор на этом аккаунте. С таких с донатных мы идем к Минотавру. Гаргула и Одера можно будет собрать. Вальку, думаю, выбьем. Но у нас, как обычно, сейчас будет роллинг недостающего героя. Попробуем вытащить еще одну. Пожалуйста, вот так вот, ребятушки. Сразу же с первого клика. Первый клик недостающий героя. Отлично. У нас еще появился одержимый. Так, ну давайте попробуем еще словить. Надо пару, как обычно. Бочка. Тыковка. Купидончик, ребята, еще один недостающий. Ну тут, конечно, видите, у нас остались такие герои, которые... Отличная линейка готова. Дрейка нету еще, кстати. Ну, сейчас по акциям пробежимся, может, там кого-то вытащим. Так, два героя есть. Свалено что-то, кстати, начали часто продавать. Каждый день подряд суют, хотя я не понимаю, почему такая у него стоимость. А, так, итого у нас уже есть 70, 18 героев нам осталось. Так, а что у нас сегодня есть еще по акциям? Тут понятно. Ну, тут герои, по-моему, надо только собирать. А вот в остальных акциях, может, еще кто-то нам и выпадет. Так, вряд ли мы тут что-то поменяем. Ничего нету. Так, купон спиннер был. Баназа рано. Поехали сюда. Может, здесь хоть повезет. Триантика было бы неплохо вытащить. Здесь тоже рыцарь. Поехали дальше. Рыцарь у нас уже есть. Еще 100 эссенций третьих. Обалдеть. Вот это они плюхи дают, ребят. Для начального аккаунта вообще огонь. Так, садим. Двадцать карт. Обалдеть. Так, это бонусные. Здесь космо можно вытащить. Но у нас одна попытка, к сожалению. Так, ожог, отлично. Ну, почти рядом, почти космо вытащили. Так, окей, забираем, смотрим плюшки. Ну, такое, ну 100, конечно, этих слизней, это жесть. Тут и не надо купона даже. При минимальном донате. Так, окей. Ну что, давайте еще попробуем какую-то недостающую имбу вытащить. Хотя бы одного. Две желейки. Рандомчик, ну давай. Так, Друид Атлант мы их купили. Еще один одержимый. Фрэнки у нас тоже уже есть. Фея. Отлично. Итого у нас будет... Еще дерево надо. Еще одна линия будет закончена. Ну,
Неплохо, я считаю. Плюс 3 героя. Да, они не мега имбовые, но они недостающие. То есть, соответственно, мы сможем быстрее качать линейки. Так, окей. Что у нас? 71 героя, ребятушки. 71. Так, давайте посмотрим. Вот мне интересно, сколько мы сможем... накачать максимум силы, если мы всех прокачаем. Ну, то есть этих прокачаем, которые есть. Вот реальная сила. Ой, чуть не зафейлил. Мы изучаем. Да. Вот 23 слизня надо, чтобы апнуть героя, по сути. Но видите, силушка не будет подниматься. Пока мы его не апнем. То есть пока мы ему не сделаем левел. Как только мы левел сделаем, сразу же пойдет плюс. Вот интересно, сколько все герои нам дадут плюса, если мы сразу их всех потом апнем. Ну, когда дособираем. Ну, я думаю, вряд ли мы до разрухи дойдем. Разруху мы точно выбивать не будем. Представьте, ну бы аккаунт там 5000 силы, образно говоря, герои 10-10. Прокачки, а силы нет. Надо будет еще 12 им повкачивать, но 12 мы не сможем качать, пока не апнем их. Так, окей. В общем, я буду их докачивать и уже буду вам записывать видосы по обзорам, по тестам героев. Есть пару интересных идей. Подумаю, как их реализовать быстрее. И нам надо еще много-много героев получить. Потому что у нас вроде, казалось бы, такие простенькие герои, но их у нас так и не хватает. В общем, пишите дальше. В комментах, что вы хотите увидеть по развитию именно этого аккаунта, локации, я не знаю, будем тоже проходить, но изначально нам надо, мы на прошлом вообще драконов качали, тут можно гарнизон качать и дальше трешевать. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, всем удачи, всем пока.